Это Азура. Это все тот же самый Азура Клаб и это Азура Про. Проект «Великолепная семерка». Сейчас мы отправимся к тренеру, которого зовут Валера. Валера, настало твое время. Посмотрим, как обстоят дела именно там у него, с его подопечными. Ну и обсудим многие детали. Никуда не переключайтесь. Оставайтесь в теле. Валера на самом деле выглядит очень внушительно относительно меня. Посмотрите. Валера, сколько у тебя по подопечным? Семь человек осталось, двое по состоянию здоровья. Есть фавориты у тебя в твоем лагере? Есть тройка фаворитов. Да? Да. А мы можем поговорить и с твоими учениками? И можем, конечно. Обсудить некоторые насущные азуровские проблемы. Белла, скажите, пожалуйста, наверное, первый вопрос. Как вам ваш наставник? Да, здесь еще 6 их наставников. В этом проекте участвует их 7, да? Знаешь? Да. Это самый лучший. Да. Это вот такая калачка сейчас. Тебе нужно разве худеть? По-моему, ты идеально выглядишь. Нет, тренер сказал, нужно. Если тренер сказал, нужно, значит нужно. А какие успехи у тебя с начала проекта? Это коммерческая тайна. Так, какие у нее успехи с начала проекта? У нее великолепные успехи. Мы не будем сейчас озвучивать цифры. Там нам говорят минус 15 у кого-то. Кто-то нам сказал минус 30. У нас примерно то же самое, но пока точные цифры мы не будем говорить. Мы вот до 15 числа просто это в тайне поддержим. Ждем финала, чтобы да? Был финал. Интрига. Интрига должна быть. Все, понял. А, ощущение жжения после тренировки приятное. Вот это голод. Ты как-то поменяла рацион питания свой? Поменяла. Тренер регулирует рацион питания. Индивидуально каждый подбирает. И питание. Чувствуешь? Да. Прям... С нашим тренером невозможно это не почувствовать. А скажи, опиши свое чувство. Что ты чувствуешь, когда ты взяла, начала этот проект вот на данный? Что ты чувствуешь после этого? Я чувствую, что я с каждой тренировкой лучше, сильнее. Легкость. Как переборуть свою жизнь. А, была ленивая? Да. Серьезно, была ленивая? Ну, если человек полнеет, наверное, все-таки, если это не причина здоровья, то это, наверное, лень. Золотые слова. Золотые слова, Михалыч, вот так оно и происходит. Могу лень добавить. Это вообще ужас. Никогда теперь не забыл. Есть такой обычай. Опаздываешь на 5 минут, то штрафной буквально там, ну, полтора упражнения добавляется. Если опаздываешь на 20 минут, то штрафной 5 упражнений добавляется. Если штрафной 30 минут, как у этих произошло, из-за кроссовок, мы кроссовки новые покупали, 30 минут опоздали, то у них штрафной, жесткая тренировка, 5 кругов, вот то, что они делают, они сейчас будут делать 5 кругов, плюс еще и съемки. Но они съемки не любят, а им пришлось это делать. Поляшется. Да что ты ходишь? Давай, давай быстрее. Это что такое? Ты колбой ты кидаешь, а ну-ка речи кидай. Так, чтобы у нас как его вышли. Мяч едет. Давай, 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 ножками работай. Неделю. Вот такое настроение. Пощады не будет. Вот нельзя заниматься так, как занимаюсь я. Потому что, подойдя вот так вот к девочкам, посмотрев в зеркало, я подумал, о, какая клевая майка у меня от Азура. И я в этот момент не стал думать вообще никаких тренировок. Но эти девочки делают все для того, чтобы выиграть. Выиграть свою лень, победить красоту, то есть стать красивее. Ты делаешь себя лучше. Это, наверное, самое главное правило, которое должно висеть при входе, когда ты заходишь в любой фитнес-центр.
Позорок ощущается от любого человека, который стоит рядом с тобой. То есть нет людей, которые колотят понты, хотя рядом и показывают: «Эй, чувак, я здесь еще, что я позор». Позором все занимаются, пашут. Знаете, кто не пашет позором? Я. А сколько они делают перки? Сколько они смогут делать перки? 200 перки делали, но это было очень тяжело. Но они справились. А сегодня у них не будет перки? Сегодня мы не хотим перки. Да. Я должен до этой станции посмотреть, что такое перки. Рад с вами познакомиться. Все, отдыхаем. Я не знаю, почему мы раньше к вам не приходили, но мы, каждая серия у нас туда посвящена вот определенным людям, и сегодня это ваша серия. Вы нас должны смотреть теперь. Вы нас будете смотреть на канале YouTube и Instagram. Подписывайтесь. Да, обязательно сделайте хэштег. Не знаю, пускай ваши бывшие, нынешние, будущие люди. Я не заслуживаю тебя. Тогда я тоже пойду к Валере. Должно быть какой-то примерно, может, какой-то баланс должен быть во всем. Это Азура Про, дамы и господа. Желаю всем хорошего вечера, хорошего питания. А остальное все скажет Валера. Пожелаю тренировок. Всем здоровья. Крепкого. Чтобы могли заниматься. Здоровья еще раз. Всем удачи. А сейчас опоздавшая к Валере получит свое. 500 перфи! Сейчас будет жестко наказывать. Сейчас? Кстати, это одна из лидеров. А как вас зовут? Мария. Мария, очень красивое имя. Почему Мария пошла? Пробки, да, наверное? Работа, все. Так. У тебя сейчас будет очень сложная задача. Переходим в эту зону, зеленый. 15 бёрпи и наказывай мяч. 15? Мы же хотели 500. Мы хотели 100 бёрпи, но мы посмотрим. Так, все, начинаем. Именно потому, что вот так вот тренер относится к своему подопечному, именно потому, что он кричит на них. Так, именно поэтому люди достигают результата. Разожмись, ударь сильно. В это главное вкладывать не только свое желание, да, ты можешь сам начать бегать на безлобе по 100 тысяч раз в день. Все это понятно. Все, 15 раз. Но это может сказаться, что здоровье тоже плохо, поэтому есть все. 5 раз, да? В этом случае. 5 раз. Начали. 15 бёрпи.